Минстрой республики инициировал включение 6 домов в реестр проблемных. Речь про несколько позиций в Новочебоксарске, одну в столичном жилищном комплексе «Алые паруса» и 2 позиции в районе речного порта. Соответствующие документы уже направлены в Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Эти меры позволят рассчитывать на дополнительное финансирование и другие преференции, чтобы достроить объекты.